Наступает время приятной предпраздничной суеты накануне Рождества и Нового года. В торговой сети уже появились яркие упаковки сладостей на любой вкус и кошелек. Но бывает так, что новогодний сюрприз может обернуться горьким разочарованием. Конфеты могут быть с истекшим сроком годности, а игрушки с неприятным запахом. Ежегодно в преддверии новогодних праздников специалистами государственного санитарного надзора проводятся мониторинги предприятий оптовой и розничной торговли по вопросам соблюдения требований законодательства при реализации детских новогодних подарков, а также товаров новогоднего ассортимента. Так, в ходе надзорных мероприятий в 2021 году выявлялись нарушения требований технических регламентов Таможенного союза, а также санитарных норм и правил. В том числе было установлено реализация кондитерских изделий с истекшим сроком годности и шоколадных изделий, не имеющих маркировочных ярлыков, с информацией для потребителя. Реализация продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность. Отсутствие на потребительских упаковках кондитерских наборов информации о местонахождении изготовителя, даты изготовления и фасовки. Отсутствие на наборах, сформированных не в месте их изготовления, информации о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, который упаковывал данную продукцию. По общему правилу, срок годности на набор устанавливается по сроку годности ингредиента с наименьшим сроком годности. В случае упаковки кондитерских товаров в игрушку или при наличии игрушки, входящей в состав набора, до сведения потребителей должна быть доведена следующая информация. Наименование изделия, наименование страны, где изготовлена игрушка, наименование и местонахождение изготовителя, импортера, минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, основной конструкционный материал для детей до 3 лет при необходимости, дата изготовления, срок службы или срок годности, а также условия хранения. Чтобы избежать подобных случаев, мы советуем обязательно обращать внимание на маркировку сладкого подарка. Этикетка на упаковке должна быть четкая и содержать следующую информацию на русском либо белорусском языке. Наименование кондитерских изделий, входящих в подарок, наименование и местонахождение изготовителя, массу нетто, а также состав продукта, сроки годности и условия хранения. Если упаковка деформирована, а надпись на ней стерта, нечетко либо отсутствует, то следует воздержаться от приобретения такого подарка. Кроме того, продавец по первому требованию покупателя обязан предоставить документ, подтверждающий качество и безопасность товара. О безопасности детей должны побеспокоиться прежде всего родители, а также организаторы новогодних елок. Выбор новогодних подарков, по нашим советам, поможет избежать неприятных сюрпризов в новогодние праздники и сохранит здоровье детей.